Добрый день всем. Меня зовут Александр. Я хочу поделиться тем, что на что я трачу лето 2017 года. Вот такой я сделал себе сарайчик. Вернее, это не сарайчик даже, а яма. Я уже почти заканчиваю этот. Мне осталось его немножко дообшивать. Вот такие у меня тут двери. Это я загорелся идеей, прочитав статью о том, чтобы завести кроликов. Я сначала читал статьи, потом смотрел кучу видео. Ну, это вот то, что делаю я. У меня вот такая яма, она еще немножко недоделанная. Я еще хочу здесь сделать кормушки специальные, сенник и кормушку, ну, чтобы не залазить в яму в основном. Такие большие, чтобы можно было кормить снизу. И здесь они чтобы жили. Рассчитываю, скорее всего, вот одна дырка у меня тут начал, я уже выпилил. Вторую дырочку я вот здесь вот выпилил против дверей. И самое главное, я видел уже много видео, когда гибнут кролики, о том, что там, где скат, там, где обычно большой поток воды скачивается, там строить не рекомендуется дырку, норку, потому что они потом просто-напросто накрываются и гибнут. Вот у меня с этой стороны получается. Вот так оно будет выглядеть. Крышу я накрыл профнастилом. Копалась она у меня, конечно, долго. Та и делалась долго. Ну, у нас тут еще и война идет, так что сильно спешки большой не было. Ну, когда гупают, иногда не хочется работать. Вот. Потом я это все засыплю землей, верхний слой. Шар, вот это где у меня кирпичи. Ну и после этого буду их запускать. До новых встреч. Через недельку я вам покажу, как у нас идут дела дальше.